Так, проверим, какая температура у нас почвы. Итак, у нас уже 21 градус. Вчера было у нас 16, позавчера 16, а вот сегодня уже 21. Это так я измеряю температуру. Очень просто, обычный термометр, потому что если есть почвенные, они очень дорогие, от 27 долларов и больше. Поэтому я беру термометр, чистый пакетик, выкапываю. Вот, надо лопаткой. Выкапываю на глубину, которая мне нужна. Тут глубина где-то 15 сантиметров. И устанавливаю. Вот он у меня практически стоял здесь двое суток. И я смотрела, как повышается температура. Вот с 16 до 21 градуса. Прекрасная температура для высадки томатов и для другой рассады. Поэтому я спокойно приступаю к этой работе. Вот так, очень просто. Элементарно просто градусник, чтобы он был чистенький, аккуратненько закапываю в землю и определяю температуру почвы. На канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» был очень легкий и простой способ измерения температуры почвы. Всего вам самого доброго!